26 июля в республике отметят один из главных государственных праздников – День Конституции. В связи с этим в муниципалитете проходят различные тематические мероприятия. В преддверии праздника детский сад номер 15 «Незабудка» подготовил развлекательную программу для воспитанников учреждения. Открылось мероприятие торжественной традиционной лезгинкой. Детям рассказали, что Конституция – это самый главный закон республики, где указаны все права и обязанности граждан, которые должны все соблюдать. После краткого ознакомления воспитанники дошкольного образовательного учреждения прочитали стихи на данную тему. Ребенок имеет право на счастье, и также в доме укрыться ненастье. Ребенок имеет право гулять и воздухом чистым всей грудью дышать. Дагестан – это место, где дружно и в любви веками живут люди разных национальностей. В связи с этим сотрудники учреждения украсили мероприятие разнообразием культур нашего региона. Изюминкой празднования стали этнические мотивы, проявленные в костюмах, танцах и стихотворениях. Снитесь сладостные сны, ждать недолго до весны. Продолжилось мероприятие выносом традиционного блюда каждой национальности и танцами.